В Бердске начали строить дорогу на улице Возрождения. На этой неделе для нее готовят основание. Где и какой комплекс работ ожидается? На улице Возрождения с самого утра работает техника. Здесь, возле ясли-сада, обустроят парковку. Через дорогу планируют разместить остановку. Чуть дальше еще одну. Сейчас идут подготовительные работы. Идет он завоз материала инертного на основание. И, как вот видно по колышкам, идет разбитие. Разбили, на место посадили дорогу. И сейчас будет, с завтрашнего дня приступят к нарезке корыта и уже непосредственно основание укладывать из инертных материалов. Объект, ну не сказать, чтобы там очень сложный. Проблема просто в рельеф местности не очень, скажем. И вот зеленые насаждения, близость как бы вот дорог, коммуникаций каких-то, ну да, вот дают как бы, да. Надо. Это сохранить. А большая проблема это как раз с водоотводом, что аэродром топит во все это место. Вот они тут сами какие-то арыки подобные делают. Ну вот в этом только проблема возникает. Именно как эту воду собрать и чтобы люди не тонули. Протяженность дороги составит 200 метров. Впереди у подрядчика много работы. Устройство земляного полотна и ливневой канализации. После этого уложат асфальт и займутся обустройством дороги. Конструкция дорожной одежды. Здесь 12 сантиметров крупнозернистого пористого асфальта и 6 сантиметров щебеночно-мастичного асфальта бетона. То есть долговечная. Да, да. Но с учетом той интенсивности, которая здесь есть, то есть, ну, можно сказать, на века будет построена. Я не думаю, что здесь транспорт будет как-то больше ходить. Изначально было выделено средств 18,5 миллионов из областного бюджета. Заключено соглашение с Минтрансом, с Бердским, с софинансированием из местного бюджета. Но в результате торгов было снижение на 7,5%, на 6,5% до 17 миллионов 100 тысяч рублей. У нас заключено доп. Соглашение, сэкономленные средства возвращаются в бюджет. У нас заключен еще контракт на стройконтроль, это 400 тысяч рублей. Что это такое? Это проверка правильности выполнения работ, лаборатория на качество асфальта, на качество трамбовки, на качество основания. Основные работы планируют завершить до октября. Остановочные платформы и светофор на пересечении улиц Возрождения купца Горохова установят в следующем году. Полностью все работы должны завершить до марта 2022 года.